Житель Самары, который попал в ДТП в Блоковском районе, продолжит лечение в родном городе. Там, в областной больнице, есть специалисты челюстно-лицевого профиля, помощь которых этому пациенту необходима. Пациент после ДТП имел сочетанную тяжелую травму. И для того, чтобы продолжить специализированное лечение, переводим его для лечения по месту жительства. Медики Блоковской горбольницы сделали все возможное, чтобы состояние мужчины стабилизировалось. И сегодня передали пациента своим самарским коллегам. Специалисты прибыли за ним на вертолете. Санавиации. Оформление документов на перевод пострадавшего в клинику другого региона занял всего 10 минут. Механизм отработан. Перед транспортировкой обязательный осмотр. Самая основная жалоба у вас сейчас какая? Самая-самая основная. Ну, дышать, рот открывать, кушать. Также врачи проверяют готовность пациента к перелету. Не температурите. Голова не болит. Перед отправкой медики создают необходимые условия для комфортной транспортировки больного. Например, чтобы не замерз, используют специальные термоодеяла. И в карете скорой помощи, и вертолете санавиации имеется необходимое медицинское оборудование, если вдруг пациенту понадобится экстренная помощь. Во время перелета за состоянием мужчины будет следить врач-реаниматолог. Присутствие специалиста обязательно в ходе транспортировки. Всего час, и пациент будет уже в Самарской областной больнице, где ему предстоит еще длительное лечение. Но рядом с ним будут родные, присутствие которых поможет скорейшему выздоровлению.